Нужен ли городу-курорту новый ЗАГС? Конечно, нужен, ведь сейчас анапчане вынуждены регистрировать ключевые моменты своей жизни в небольшом помещении здания, рядом с которым есть бар, продуктовый магазин и не только. Но до сих пор нет удобных подъездных путей и парковки. Тему продолжим далее в сюжете. В Анапе ждут, когда продолжится строительство нового ЗАГСа. Сейчас по непонятным причинам его возведение приостановлено. Напомним, в ноябре 2018 года в администрации курорта сообщили, что на пустыре рядом с Ореховой рощей будет построено здание нового дворца бракосочетания. Были предусмотрены места под большую стоянку для автомобилей, а также места для отдыха. Буквально в двух шагах сразу несколько достопримечательностей. Набережная, Ореховая роща, где можно сделать первые свадебные фото. Через некоторое время на участок вышли специалисты, чтобы подготовить его к началу строительных работ. Тем временем анапчане выбрали один из трех проектов. Голосование проводилось в социальных сетях, а также на официальном сайте города-курорта. В итоге дворец бракосочетания было решено строить в античном стиле. Главная строительная компания с удовольствием поддержала проект и взялась за возведение социально значимого объекта. Властями города-курорта Анапы в 2018 году было принято решение о выделении земельного участка рядом с парком Орехова роща под строительство дворца бракосочетания. Данный объект должен был выдержать античный стиль, и именно с таким вариантом была согласна городская общественность. И в 2019 году в рамках социального партнерства главой города Анапы было поручено компании ГСК начать строительство данного объекта. В настоящее время строители возвели перегородки между внутренними помещениями. Уже видны очертания внутренней планировки. Нами был разработан котлован, выполнены монолитно-бетонные работы, именно фундамент, опорные колонны и плиты перекрытия. Также был перенос внешних и строительство внутренних сетей водоотведения и водоснабжения. Все обязательства, которые на себя взяла главная строительная компания по данному социальному объекту, были выполнены. Нужен ли городу-курорту новый ЗАГС? Конечно, нужен. Ведь сейчас анапчане вынуждены регистрировать ключевые моменты своей жизни в небольших помещениях здания, рядом с которым есть бар, продуктовый магазин и не только. Но до сих пор нет удобных подъездных путей и парковки. Именно поэтому хочется верить, что новый дворец бракосочетания в Анапе все-таки будет достроен. А такие социально ориентированные предприятия курорта, как главная строительная компания, как заверили нас ее представители, готовы продолжить сотрудничество во благо нашего города-курорта. Компания ГСК готова и дальше нести социальную нагрузку перед городом-курортом Анапы и выполнять функции надежного застройщика. Алиса Давыдова, Иван Рыбальченко, 39 канал.